праздничное воскресенье 8 марта в Самарской области ожидается пасмурная погода без осадков. Температура днем от 3 до 7 градусов с минусом, ночью 11-13 ниже 0. Ветер сменит направление на северное, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурный день, днем минус 3, ночью минус 10 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно и без осадков, температура воздуха днем минус 6, ночью 11 градусов ниже 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем минус 5 градусов, ночью минус 11, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.